give the floor to the representative of Russia. Благодарю вас, госпожа председатель. Российская делегация проголосовала в поддержку резолюции Совета Безопасности относительно продления мандата временных сил ООН в Ливане, в первую очередь принимая во внимание согласие ливанской стороны с обновленным текстом этого документа. Это ключевой принцип любой миротворческой операции. Деятельность миротворцев с ООН оказывает стабилизирующий эффект не только на голубой линии разделения между Ливаном и Израилем, но и внутри Ливанской республики, да и на Ближнем Востоке в целом. Высоко оцениваем работу трехстороннего механизма предотвращения и урегулирования инцидентов. Эту миссию следует оберегать, избегая попыток превратить ее в политизированный инструмент. Мы должны отдавать себе отчет, что миротворцы призваны помогать ливанским институтам госвласти, в том числе силовым структурам, а не подменять их работу. Убеждены, что дальнейшая деятельность этой важной миротворческой операции будет осуществляться при уважительном отношении к мнению правительства Ливанской республики. Иные подходы просто неприемлемы. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation for his statement.